Жители дома номер 6 по улице Большая Морская возмущены, что без их согласия на придомовой территории разместился бар «Ключи». Редакция нашего телеканала направляла запрос в Главное управление потребительского рынка и лицензирования правительства Севастополя, чтобы выяснить, законно ли размещен бар в доме. В ответе сообщили, что действующие права физических либо юридических лиц на земельный участок, где размещена открытая площадка общества с ограниченной ответственностью «Мейзер Групп», отсутствуют. Однако жильцам удалось доказать, что территория по закону считается придомовой. Прокуратуру отправили письмо, из прокуратуры отправили на рассмотрение правительства города. Почему-то вопрос тормозится, да, хотя уже доказано, что бар занимает придомовую территорию, не совершенно незаконно. Мы можем говорить практически о захвате, да, то есть закон уже показал нам, что придомовая территория состоит в реестре 2017 года. Юлия Романовская отмечает, что теперь необходимо, чтобы в Главном управлении потребительского рынка и лицензирования расторгли договор с арендатором компании «Мейзер Групп». Для этого он должен получить официальное уведомление. Женщина рассказала, что представители управления отправили официальное письмо компании о расторжении договора на адрес Коммунистическая, 11. Севастопольцы пояснили, что ранее Почта России уже признала, что по этому адресу «Мейзер Групп» не располагается. Жильцы сами отправляли жалобу руководству этой компании, но спустя месяц она вернулась обратно. Договор практически пока не расторгается. Почему, неизвестно. Кому это выгодно, тоже пытаемся понять, почему не расторгает договор, почему они медлят и тянут время. Из ответа Почты России, который нашей редакции предоставили жильцы, видно, как в Главном управлении потребительского рынка и лицензирования работают с обращениями граждан. В официальном документе сказано, что чиновников уведомили о поступившем письме 11 июня. Однако на почту за документом уполномоченный работник явился только спустя месяц. Юлия Романовская отмечает, пока идет бумажная волокита, бар «Ключи» продолжает работать. Бар продолжает работать, до 2 часов ночи стоят столики, крики, шум, все продолжается, мы вызываем полицию. Более того, было направлено письмо начальнику ГУПСа о том, что строительным материалом они перекрывают энергетический щит, к которому относится ко всему дому. Они создают практически ситуацию, которая угрожает жизни жильцов. Я уже писала эту жалобу, да, подписали все соседи. Севастопольцы надеялись, что проблема решится после встречи с заместителем губернатора Ильей Пономаревым, к которому они записались на прием. Встреча должна была состояться в пятницу 20 июля. По словам Юлии Романовской, за несколько часов до приема им сообщили, что чиновник уехал по срочным делам. В правительстве пообещали связаться с гражданами на следующей неделе. А пока жители дома номер 6 по улице Большая Морская будут вынуждены засыпать под шум и крик нерадивых соседей. По факту обращения нашего телеканала и жалобы жильцов в прокуратуру Севастополя, работники ведомства Ленинского района в ближайшее время проведут проверку увеселительного заведения. Дарья Юхновская, Виталий Козловский, 7 информбюро.